У меня есть 5 минут, то, чтобы позавтракать. Через 5 минут у меня звонок. Да ё-моё, это типа парик этот. Доброе утро. Вы вообще заценили то, что у меня начинается свое реалити? Реалити. А девочки из Макеевки, которые покоряют шоу-бизнес. Да. Ой, там будет столько полезного. Особенно, кто из маленького города переезжает в большой. Ну, вообще, для тех, кто даже живет в маленьком, все равно интересно подсмотреть. Вот так. Кто будет смотреть, пишите сердечко. Все такое подключается и подключается, и никаких смс-ок не видно. Бью волны, а мне не больно, а мне не больно, а мне прикольно. А я прикольная. О, мама, ты переживала, что я грущу, а я вот лишь песни пою. Галя, а что ты омлет не попробовал? Ну не надо грызть телефон. Скажи лучше всем привет. Скажи привет. Видишь, на тебя смотрит 85 человек. Кари, скажи привет. Все спят еще. А тебя смотрят. Ну все, подвигайся. Ну подвигайся, Гарри. Ну там телефон стоял. Ну подвигайся. Ну засранец, а. Говорю, подвигайся. Скажи, мама, что ты предложила омлет попробовать? Тебе звенит клюв. Иди почешу. Ну иди почешу, Гарри. Почесать тебя? Иди сюда. Почесать тебя? Скажу, что почесать? Дай пожрать что-нибудь, а? Ну, Гарри. Почесать? Давай почешу. Не хочешь? Ладно. Да, с Юлей общались. Она как раз вчера мне обещала выставить рекламу. Меня. Я говорю, Юля, давайте я оплачу рекламу. Она говорит, нет, говорит, подруги бесплатно. Вот так. Приятно иметь подругу. Блин, 9, все. Я ушла. У меня звонок. Все. Гарри, с тобой поздоровались. Скажи привет.